А сегодня, мои дорогие, я решила сходить в Рекому. Много лет я не была в этом магазине. А сколько много? Да давно. Лет 8, если не больше. Ну и самой посмотреть, и вам показать. И прям при входе встречает меня рештанская керамика. Блюдо, какой жар птицы. У нас в Крыму-то продают такую. Так. Так, ну здесь посуды всякие. Ну-ка. Ой, боже ж ты мой. Боже ж ты мой. И какие. Так. Какие интересненькие. Пиалушечки тоже. Ой. Ой. У Кости такая была посуда. Дорогая посуда-то. А я Иринке, что ли, мы ее отдали? Посуду эту. Ой, какие блюдечки, всякие блюдечки. Вот такие, мне кажется, всем нравятся с уточками. Так, ну тут бело-черный. Тут всегда в Рекоме много посуды. Сушки. Ну вот эти, да, они на Новый год обычно продаются. Так, с этой стороны стаканы, стопки, кружки. Какой стакан. Ну, так-то тут, в общем-то. Вот, цветные. Вот, симпатичные, разноцветные ножки. Ой, везде эти объявления с масками. Коврик для сушки посуды. Много-много стекла. Много. Бутылки, графины, кувшины. Ой. Ой, какой. Вот такие есть фужеры. Мне очень нравятся разноцветные. Ой, смотрите, какая огромная, красивая бутыль. А, там он, видите, там краник должен быть. Но ценника нет. Так, ну тут такое. Ой, как мне вот такие нравятся. Авокадо, арбузы. Ну, не повезет же отсюда, ну. Но...
Да и посылки разбиться может. Мне вот такая нравится посуда. По 150 рублей. Пошла я карнизы искать. 160 рублей. Салатники с помидорками. А тут с морковками. Такие баночки хорошенькие. С ленточками. Стопочек с крышечкой. Смотрите, вот эта крышка даже лучше, чем деревяшка. Всяких-всяких баночек. Всяких-всяких-всяких. О, эмалированная. Мисочки тоже с гусями. 440 рублей. Вот такая 300. Ой, господи, я помню в советские времена. Вот такие бы кастрюли, представляете, что было бы с женщинами-хозяйками? Это был бы, наверное, обморок. Силиконовая. Дальше тоже кастрюли. Формочки. Формочки. Ну, мне формочки-то вы понимаете, подо что надо? Под цемент. Так, ой. Для вас бытовая техника, точечные светильники, светодиодные люстры. Ой, сковородок-то сколько. Боже ж ты мой. Ой-ой-ой. Какие интересные кастрюльки. Даллер. Ой, господи. А это для яиц. Господи. Ой, девчонки, вот скажите мне, а кто-нибудь вот храните, да, хлеб в этих хлебницах? Я вот, например, не храню. Я храню хлеб в холодильнике, потому что я его ем очень мало. Сейчас так вообще практически не ем, потому что нельзя. И чтобы он не сох, я его в холодильнике держу. Вот эти полочки, конечно, вещь хорошенная.
Я вот очень люблю всякие полочки. Очень. Емкости всякие. Бельевая корзина. Боже ж ты мой, Господи. Одних всяких коробок. Всех цветов. Так. Так, пойду там посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас в Черноморском зайдешь в городок. Чуть-чуть там. А это для животных тут. Ой, боже ж ты мой. Уборщица, подойти на рынок торгового. Ой, прям благополучие населения. Так, а тут этажерки всякие. Угу. Всякие сборные, пластмассовые, металлические. Угу. Так, ну и тут начинаются меньше и меньше. Коробочки, ланчбоксы. Ой-ой-ой, сколько же этого пластика. Шторочки, баночки. Баночки для всего-всего-всего. Миска складная. Вот. Дуршлаг. Уважаемые покупатели, любой товар в нашем магазине вы можете приобрести в рассрочку. Подробности на стойке информации или у представителя банка. Ой. Мыльница, сушилки, тут все для ванной комнаты,
мыльница. Ее можно как блюдечко использовать. Ну, а чем не это? А чем, собственно, не блюдечко? Я так вот люблю посуду прямоугольной формы, квадратную. Она меньше на столе места занимает. Это уже потолще. Вот это что-то, какой-то камень, что ли. Мыльница бежевый мрамор. Это белый мрамор. Ну, какой симпатичный, с морской тематикой. 2000. И ведро, и все. Это всякие штуки, которые на двери, на кухонные можно повесить. Это просто так. Ой, какие, смотрите. Коробки для всякого. Как машина стиральная. Вот эти вот симпатичные. Ну, их уже много лет продают такие. Со стразами. Ёршик для унитаза. Гламурненько. Смотрите, какие зеркала с подсветками. Ой, я туда, наверное, не пойду. Мне, наверное, хватит только вот этого сегодня. Жалюзи. Ну, не знаю, вот у меня жалюзи были. Еще я в Мурманске жила, и вертикальные вот эти вот с ламелями с такими. И горизонтальные. Ну, как-то мне это напоминает офис все-таки. Вот. Рулонные. Так, это для бани. Всякие салфеточки. Полотенчики. Вот цветы, кстати, искусственные в Мурманске имеют место быть. У меня было, я из Финляндии возила. Ну, потому что мало света, комнатные цветы не очень, скажем так, растут, умирают. Поэтому искусственные в ходу. Смотрите, какой ворон здоровый. Форму бы такую где-нибудь взять. Я бы наделала.
Уважаемые покупатели, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра и используйте маску или респиратор. Магазин не обслуживает покупателей без средств индивидуальной защиты. В соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неиспользование средств индивидуальной защиты может быть наложен штраф как на покупателя, так и на покупателя. Рамочки всяких размеров. Вон глубокая рамка есть, но она так высоко, что ее не посмотреть. Сюда обычно раньше ездили, в этот магазин, когда подарок надо было кому-то купить. Я вот помню, здесь часы покупала Косте настенные. Огромные. Какой щелкунчик с часами. Подставка под бутылку краб серебряный, гляньте какой. Вон каруселька. Ваза, девушка. Песни поют. Я говорю, вот мне бы форму такую льва. Я бы делала, да делала их. Глобус для бутылок. Какой конь белый. Это шкатулка зеркальная. Много-много всякой красоты. Так, ну что, сходить все-таки посмотреть, что ли? Мебель-то хотя бы для ванных. Постельного белья сколько всякого. Помнила, что еще один ряд не прошла. Ой, господи. А вот у меня есть такая стальная менажница из Финляндии. А тут вот керамическая. Рыбки, сова. Купить бы Маринин, но я прям вот мне еще ехать еще через Питер. А я такая раз самаха, ведь переколочу все. Ты, господи, мапупасенькая такая. Какая баночка с зайчиком. Лимонниц сколько. Вот тоже, девчонки, пользуетесь кто-нибудь лимонницами этими? Напишите мне, пожалуйста. Потому что я вот как-то смотрю и думаю, буду ли я пользоваться ей вообще. Как-то сомнения у меня. Ой, какие перчики.
для специй. Ой, фламинго. Люблю фламинго. Почему-то не знаю. Может быть, потому что цвет такой розовый. Вот эти вот тоже хорошие. Нравится мне черное. Да, много всякого красивого. Так, а тут прошла. Угу. Почти 500 рублей. Вот такая. Уважаемые покупатели, в нашем магазине представлен широкий ассортимент лакокрасочной продукции. Антисептики, грунтовки, эмали, лаки, краски, растворители и многое другое. Ой, столько тут всего. Красивые чашки. Так, в кружки мне заходить нельзя. А то моя коллекция из 60 штук может еще пополниться. Тут можно с трубочкой и так пить. Ага. Ну, много. Вот такие же тарелки же есть. Ну, не знаю, ничего не привлекло моего внимания. Так. Так, нет, мебель я не пойду, лапуськи мои смотреть. Такого количества я переварить не могу сразу. Будет время, еще съезжу. У меня еще, кстати, сейчас по дороге к автобусу будет еще фикс прайс. Сегодня привоз в фикс прайсе. Сейчас я пойду туда зайду. А вон цветные. Угу. Ладно, пойду на выход. Спасибо, Рекома. Ну и какой вывод? Обидно, что у нас в Крыму нет такого выбора. Я, собственно, почему говорю, и не пошла туда, где всякие отделочные материалы, потому что я сумасшедшая по этим делам и... У меня крыша просто поедет.